что-то делают, что-то умеют. А кто он умеет? Дом-то сам строит. А, ну это да, это молодец. А кто не умеет? А кто-то я не умею. Умеет. Я не умею. Дом строить не умею. Зато я кур выхаживаю. Знаешь что? Сколько у меня было индюшки, куры, индейки. Корму сыпанул сами. Ну да, 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 да. Вот как бы. Девочки, закудахали. Что значит, ты никогда курами не занималась? Конечно. Я не могу слушать. Ой, баскабан. У вас сами растут, а сами живут эти куры. А где у вас куры? Сами пути. Всю жизнь, да что ж смешная какая-то. Я еще смешнее была. Так, я что буду с оттуда? Тут у меня нет возможности. А жива-то я где, мать? Мать, ты, это мать твоя занималась. А ты... Мать моя занималась, а мать переработает. Мать уже. Она и Алёшку-то родила мне. Так и сказала. Моя тут. Посчитали. А это рыбка. Как ты знаешь? Привет. Сколько время? 16, у меня 12. А там всего 15. А как ее выставить? А вы знаете, как выставить правильное время? 16-12? Под Пасхи ходила, наверное, а здесь 15. 9. На час. Здесь уже корову заела. На час. Это как в Германии. Время немецкое. А это как и на купеде кататься. Ничего не забудь. Это не забудь, если хотя бы раз. Ну, если доила, то... Единственное, что, конечно, может, сейчас уже сила не такая в руках. А то. Ну, сила нравится. Да нет, было так и не нравится. Хочешь мне градусы? Это вам мелодию такую предложили, да, или что это? Нет, это он накачал давно уже. А-а-а. Это Ольга, по-моему, накачивала еще, да? А мне вот эти понравились. А что, кур-то у нас, никто внимания не обращает. Оставьте снимать. Сыпанул. Вечером попозже вспомнил, что сарай открыт, зашел, закрыл. Не закрыл, значит, так и начали еще показать. А все снимает в таком ракурсе. Если мне еще папа даст такую возможность пожить в установке деревенской, я все равно живность заведу хоть какую-то. Какую? Ну, кур точно. А, индюков. Я еще хочу попробовать. Оля, индюков в вольер не посадишь, им нужна воля. А они начнут лезть Толстого, как соседям, и что я буду потом гавкаться ходить? Не хочу. А куры не летают? Куры в вольере. Ты слышишь меня, я тебе говорю? Куры в вольере держат у нас тут. У меня сами ходили. Сами слетали с балкона утром. В 4 утра, как только расцветет и вперед. У тебя возле дома только твой огородик. Никому они грядки чужие не разрывали, не раскапывали. Не с кем было тебе рвать. Почему? Огород там у нас у всех есть. 5 огородов. Мы экраны. Там соседи на это реагировали, если они к ним залетали? Ну, у меня они по моему огороду стали. Так что туда и надо заходили эти цыплята. Выгонят, да и все. Ну, что приятного, будут кто-то ходить, чужих цыплят занять без конца. Самое неприятное, что кошек сейчас там полно. А потом выговорят тебя, у кого-то горит, ты что?